Грядут новогодние праздники. Жители Твери и области готовятся к каникулам заранее. Покупают подарки, продумывают меню и закупают вкусную еду и сладости к столу. Накануне Нового года к нам приехала ярмарка меда пчеловодов Тюриных из Тамбова. Где можно будет купить один из самых любимых продуктов россиян, выяснила наша съемочная группа. У пчеловодов Тюриных из Тамбова важная новость. Стартовали продажи меда и продуктов пчеловодства в Твери. В декабре Тюрины привезли столько видов меда, что глаза разбегаются. Всегда очень много разных видов меда. И липу, и акацию, и цветочный. А также есть новинки. Мед с облепихой, мед с калиной. Новый год уже на носу, пора подарков. И весь этот ассортимент пчеловоды Тюрины собирают и продают в лучших семейных традициях своих пасек. В основе работы усердный труд, любовь к природе и, конечно, к покупателям. Они всегда ждут приезда пчеловодов из Тамбова и с радостью покупают мед, другие продукты пчеловодства, воск, прополис, свечи из воска и не только. Мне очень нравится их мед в Тюринах. Пчелы – это вообще как бы уникальный организм, который... Непонятно, из чего делать такие вкусные вещи. Поэтому любите природу, ешьте то, что растет в природе, пользуйтесь тем, что дает природа. Я думаю, это будет правильно. Эту пасеку знаем и берем часто. Для удобства покупателей пчеловоды Тюрины проводят свои ярмарки в двух местах. В торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. В дни проведения ярмарок действуют специальные предложения. При покупке 3 литров меда одного вида скидка 17%. При покупке 3 литров цветочного меда он обойдется всего в 1000 рублей. При покупке 5 килограмм меда 6 будет в подарок. Новый год – пора, когда жители областной столицы покупают подарки, а мед – это один из самых дорогих, исконно русских презентов. Мед всегда дарили своим близким, родным и желали крепкого здоровья и долгих лет жизни. Мед отличный, здесь всегда я беру мед, очень хороший, из всех прямо выставок продаж. Мне здесь всегда больше нравится. Купить мед у пчеловодов в Тюриных до 23 декабря можно на Смоленском 29 в бизнес-центре «Тверь» и в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 через центральный вход направо и по эскалатору на второй этаж. Время работы с 10 до 19 часов.